Так, продолжаю рассказ про Авито и мошенников с Авито. В общем-то, администрация самого сайта Авито. Вот, книга отправлена, деньги нужно получить. Что для этого нужно сделать? Указать данные карты. Приложение не работает. Приложение я обновил. Так, продолжается эпопея с Авито. Закроем все это. Может, перезагрузить телефон еще придется. Данные карты не указать. Обновил приложение, называется. А что было в предыдущей версии? Там нужно было указать все данные карты, включая секретный код. Естественно, никто мне этот секретный код не дает. Попробуем перезагрузить. Они для этого должны прислать рубль, точнее снять рубль, а потом они обязуются этот рубль отправить назад. Как бы якобы убедиться, что эта карта моя. Зачем им надо убеждаться, что эта карта моя, личная? И как они с помощью этого убедятся, если они предлагают, если нет карты, взять у родственника карту, у друга карта? Естественно, эта карта уже будет не моя, а родственника и друга. И зачем им убеждаться, что таким образом, как они пишут, что эта карта именно моя. Причем возглавляет всю эту эпопею там Тинькофф банк. Совершенно дурацкий. Здесь он еще влез. Одно время они рекламу постоянно отсылали. Избавиться от этого никак не мог. Ну давай, включайся быстрее. Бред какой-то. Может, не та версия приложения? Да нет. Не стоит в списке обновления. Все обновлено. Ну и вот, я им продолжаю писать, что вот эта переписка только 6 июня начинается. У меня нет карты, что мне делать? Вам ответит Гулим. Уточните вопрос. Что уточнять? Авито просит карту. Вам ответит уже другой, Андрей. То есть, просить деньги можно только на карту, попросить родственников или друзей. Рекомендуют они еще вывести в течение 7 дней. У меня нет никого, кто бы помог. Есть только счет без карты,
Либо номер карты, но секретный код никто не даст. А вы требуете секретную информацию. Если я не смогу вывести деньги, мне придется обратиться в полицию. То есть я пытался уже говорить им, что и в суд я буду обращаться. Они опять пишут. Такая же отсылка. Ничем не пытаются войти в положение. Ответит Александр. Все это в один день, каждый раз снова. С чем нужна помощь? Вам ответит Дмитрий. С чем нужна помощь? Требования платежной системы. Потом они меня отсылают куда-то на суппорт. Причем это по ссылке надо открывать. Там, естественно, ничего нет по этой ссылке. Пусто. Нужно задавать вопрос. Никакого ответа здесь нету. Пишу им, что я с приложения, тут ссылка раздел вопрос. Задать вопрос через браузер. И она не открывается причем. Даже захожу я в профиль приложения. Никакого ответа нету. Помощь тоже не работает. Номер карты и код ФЦ нужны нам, чтобы убедиться, что карта активна. И мы сможем перевести вам деньги. Для этого мы списываем и тут же возвращаем на нее 1 рубль. Пишу. После обновления приложения этот раздел, где вводится карта и данные, не открывается вообще. Кликаю и ноль эффект. Так что даже если я найду болвана или болванку, которая даст мне секретный код, то не смогу ввести. И это правда. Указать данные карты не открывается. Обалдеть. Попробуем через сайт. Где-то есть ссылка.
Мне теперь на Авито просто не зайти даже. Заказы. Кликаем через сайт. Указать номер карты. Вот. Значит, поганый Тиньков требует номер карты, срок и код. Еще не хотят запомнить карту. Естественно, код мне никто не даст. Ладно, не буду им объяснять, что я зашел на сайт, там работает, в приложении не работает. Так вот, ничего вы не сможете сделать, и придется эти деньги подарить, либо обращаться в суд. То есть вы, если все данные не дадите своей карты, даже если она у вас есть, эти данные они могут себе сохранить. Семь дней уже скоро пройдут на это. Я вот уже сколько переписываюсь с ними, они так и не понимают, что у меня нет карты. Что у меня нету секретного кода от чужой карты. Даже если я найду. Кстати, я нашел даже знакомого, который дает мне номер карты, а потом наличкой мне отдаст. Они не переводят. Они хотят секретный код. Мне знакомый говорит, ну извини, друг. Секретный код я тебе не могу никак дать от своей карты. Так, что скорлупа, это вообще вам не нужно совершенно, то, что я там переписывался. Так что вот так вот. Придется мне подарить вот эти вот 500 рублей. От своего объявления Авито, либо обращаться в суд. Ну, если обращаться, тут уже нужно моралку, что ли, предъявлять. Ладно. Вот так вот они мошенничают.